Раз, два, три. Выступает Амели Амангильдина. Усы, пожалуйста, ну поднимите усы. Ну-ка все, хлопайте ладосы. Ой, ну-ка все поднимите усы, лучше пожалуйста, хлопайте ладоши. Ну-ка все поднимите усы, лучше пожалуйста, хлопайте ладоши. Ладно, а ладно. Скорее, любите нас, нам чудно повезло. Ну-ка все поднимите усы, лучше пожалуйста, хлопайте ладоши. Ладно. Еще одна песенка. Ничего на свете лучше нету, чем водить друзьям по белому свету, тем на глазах не сдался тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Девочка Мили, молодец, отлично, только ты не в микрофон пой, а то тебя не слышно. Микрофон подальше держи, вот сантиметров 3 от рта, вот так вот. Расскажу цветочное поляно, насыщем мы сосны лириканы, наше крыльцо небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою, на-на-на-на-на, 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 е-е-е, е-е. О, молодец, молодец. Давайте похлопаем. Еще одна песня. Амели, да давай, сейчас ты споешь, только микрофон подальше держи, а то тебя не слышно. Вот так вот, вот. Да? Еще ниже сделай микрофон. Вот так вот, да, вот так вот, вот так пой. А, давай. Никак не огорчает. Ничего, ничего, это же игрушечный микрофон, давай. Не игрушечный, он настоящий. Настоящий, ну настоящий микрофон, давай, давай. Вот так надо. Ну, да ты в него не пой, а то не слышно, он весь звук забирает. Расстояние между ртом и микрофоном должно быть. Вот так вот, да. Вот, и давай, пой. Теперь. Куда идет на скалой большой секрет? Большой секрет, большой секрет, большой секрет. Помыть всегда идет к нему. И лечь, и лечь. Стоп. И лечь. Вот меня всегда мне возле. Возле ковали охлана. Встает охлана. Если б не скалолобей, мы готовим пуску. Если б скалолобей, я делал пуску. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу. Куда идет на скалы большой секрет? Большой секрет, большой секрет, большой секрет. Помыть всегда идем мы по свету. И речь, столько видит, столько земля. Всегда мы возле музыкаля охлана, встает охлана. Я пока не когда закончу. Ладно, теперь я спою вам другую песню. Теперь давай. Выступает Амели Амангильдина, продолжает свое выступление. Молодец, только микрофон убери подальше, а тебя не слышно. Так, еще ниже микрофон. Вот так вот, вот, пой, давай. Теперь, ой, ну, не вот так поет, вот так. Да, вот так держи, вот так, вот так держи. Немножко поближе только, поближе. Во, вот так пой, давай. Теперь, о-ля-ля, о-ля-ля. Подальше микрофон, подальше. О-ля-ля, о-ля-ля, завтра дает коваля. О-ля-ля, о-ля-ля, лефа, пусть. Далее пойдет кого-то бить, и выводит сум земля. Былся, как это, так и правда говоря, о-ля-ля, о-ля-ля. Даль, завтра, далее сковали, о-ля-ля, о-ля-ля. Лефа, пшт-пшт, даль, кого-то бита, бит, и выводит сум земля. Былся, как это, так и правда говоря, о-ля-ля, о-ля-ля. Лефа, пусть-пусть. Молодец, молодец. Поклонись, поклонись, молодец. Отличное выступление. Выступала народная артистка Российской Федерации Амели Амангильдина. А
ты не будешь выступать? Нет, я уже большой, у меня голос плохой, мне медведь на уши наступил. Медведь на уши? Да, на уши наступил. Прям взял и на оба уха наступил. Поэтому я не могу петь. Ну тогда пошли лечиться. Лечиться? Уши да. лечить? Уши лечить. Давай, молодец, молодец, Амели. Хорошо я спела. Даже на сцене вот так блинусы поставить и вот так руками закрыть. Уши закрыть, потому что медведь наступил. И петь, да? Да, и можно набрызгать какое-нибудь средство. Это есть... Ты забыла, ты пела вроде бы. Да. Нет, не забыла. Ну теперь, папа, ты можешь видео выключить? Нет, тут очень прикольная история. Нет. Я пока оставлю. Вообще тебе медведь на усы не наступил. Не наступил? Откуда да. ты знаешь? Я знаю. Такого не бывает. Ты же в лесу не жил. А-а-а. То есть поэтому медведь мне не мог на уши наступить? Да. Медведь не существует повсюду. Он только в лесу, да? Да. Вот какая умная девочка. Я думал, можно обмануть, а оказывается нет. Действительно, медведь на уши мне не наступал. Да. Медведь может смотрит под ноги. Под ноги смотрит? Да, он под ноги смотрит. Увидит, кто-то на листике смотрит, сразу перепрыгнет. Медведь перепрыгнет? Да, он как-нибудь перепрыгнет, даже дерево может. Через дерево может перепрыгнуть? Да. Слушай, интересно, ну да. Ну, правильно говоришь, медведь прыгает как кенгуру, да? Да. А ты знаешь, как кенгуру прыгает? Вот так, да? Вот правильно. А как медведь прыгает? Вот как так. Как птица. Как птица? Да. Ну понятно. Ну ладно, как ладно. Как птица огромная. Правильно говоришь. Все. Ага, догадалась, у тебя просто усы начали болеть, поэтому ты подумал. Про медведя? Нет. Не про медведя. Подумал, что тебе на усы наступил. Просто давай, просто не вообще. Медведь не может наступать на уши. Ты знал? Медведь не может наступать на уши? Да, он не может. Он увидит что-то белое, сразу перепрыгнет. Он даже сам может перепрыгнуть реку огромную. Через реку медведь может перепрыгнуть? Да, и он... Если маленький медвежонок, то когда он просто попает, покупается. А, просто покупается, если будет маленький медвежонок. Ну, да. Понятно. То есть на ухо медведь не наступает? Да. Вон, маленький медвежонок, поэтому вот это большой медведь, который в платье. Покажи его. Я покажу. А что за платье? Что-то я первый раз вижу. О, специально для медведя шили платье? Это Рианки маленькая, поэтому жалко выкидывать нам. А, это Рианкино платье, сейчас уже на медвежонке, да? Да. Ну понятно, ну ладно, прикольно. Рианочка. О, отзываешься на имя уже, ну молодец, молодец. Ну что, все, пока. Пока. Девочка Амели, попрощалась, пока. На кровать? Да, ложись, будешь вызывать доктора. Открой дверь, я уже дышать ага. Нечего. Сейчас, открываю. Опа. Ну, тебе воздух заходит? Заходит воздух? Угу. Чуть-чуть. Ух ты, красиво! Ой, как красиво! Да. Девочка Риана. Ты хочешь посмотреть? Ну посмотри. Вот что там происходит в камере с другой стороны. Да. Сюрприз! Да, это девочка Амели. Вот она, девочка Риана. Ну все.